Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Вниманию граждан, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях, имеют право на получение субсидии от государства. Подробности на официальном сайте ФНС России, промо-страница «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства». Ремонт и запчасти стиральных машин. Телефон 60 60 80. Ритуальные оградки, памятники от 2600 рублей. Телефон 55 55 82. Продается дача в Нежинских садах, 5 соток дом. Телефон 8 932 532 94 84. Продается дом в рассрочку в Красногвардейском районе. Обращаться по телефону 8 922 624 84 30. Утеряна сумка для ноутбука с документами в районе улицы Салмышской, 47. Нашедших просьба позвонить по телефону 8 961 929 83 19. В лесной парк «Берендей» дубки требуются разнорабочий с проживанием, администратор и уборщица. Телефон 677-115. Компании «Трансстрой» требуются юрист, механик эксплуатации, начальник отдела качества, лаборант-технолог, инженер ПТО, начальник отдела строительного контроля, диспетчер, геодезист. Обращаться в Оренбурге, улица Малолуговая, 3/1, второй этаж, телефон 8 905 887 51 30. Требуются сварщики по изготовлению металлоконструкций, телефон 94 12 13. На озеленение требуются разнорабочие. Оплата сдельная плюс обед. Обращаться улица 63-я линия, дом 61. Телефоны 8 922 539 29 46. 8 909 600 99 88. В рыбный цех в поселке Овощевод требуются рабочие на разделку и посол рыбы, коптильщик, разнорабочий. Телефон 96 30 45. Компании «Трансстрой» требуются дорожные рабочие по земле, по асфальту, укладке. Прораб по земле, искусственным сооружениям, укладке асфальтобетона. Машинисты асфальтоукладчика, автогрейдера, бульдозера, экскаватора гусеничного и колесного, экскаватора-погрузчика. Обращаться в Оренбурге. Улица Малолуговая, 3/1, второй этаж. Телефон 8 905 887 51 30. Требуется продавец в продуктовый магазин. Звонить 26 88 83. Требуется водитель на автобус. Развозка. Телефон 90 37 01. Требуются разнорабочие на мягкую кровлю. Телефоны 29 74 03 или 90 28 04. Работа. Телефон 57 77 14. Требуется продавец. Куры, рыба на улицу Кавказскую, телефон 24-43-06. Организации срочно требуются водители категории Е для работы на автомобиле с прицепом в пределах области с опытом работы на иномарке. Телефон 92-94-65. Компании «Трансстрой» требуются водители автобуса, газели грузовой, автокрана, сидельного тягача плюс трала, водовозки. Обращаться в Оренбурге, улица Малолуговая, 3/1, второй этаж. Телефон 8 905 887 51 30. Требуется оператор со знанием 1С. Телефон 8 922 853 88 93.
В управляющую компанию требуются уборщица, дворник, мастер по санитарии, энергетик, инженер-строитель, электрик, водитель с личным автомобилем, сварщик. Телефон 48 40 80. На автомойку требуются с обязательным опытом работы администратор и автомойщики. Телефон 8 903 367 97 84. Подработка на дому. Телефон 43 47 97. Требуются лицензированные охранники. Телефон 55 52 80. Требуется водитель категории БЦ, тракторист, разнорабочий. Звонить 589-831. Требуются грузчики. Телефон 8-922-853-88-93. Требуется диспетчер по работе с путевыми листами. Звонить 96-02-49. Требуется разнорабочий. Телефон 30-59-58. В поселок Южный требуются пилорамщики и помощники. Звонить 55-46-47. Требуется продавец в магазин сотовых телефонов. Телефон 8-903-360-07-22. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.